со школе. Знаешь, голос дельтоида, блядь. Аль, что с тобой? Дельтоида. Любимчик Паприча. Кто это с нами? Вы ебанулись? Я думаю, кто может в игре на что-то начать. Так, а что вы, миссии проходите? Парни, мы выехали, короче, садитесь на аэропорт, давайте. А ты приехал нас. Короче, а что вы, какие миссии проходите? Охуенные, Альтер. Из тюрьмы, блядь. Третий час. А, я думаю, вы новые проходите. Уже третий час, это дело. Вы из тюрьмы пытаетесь убежать, да? Да. Нормальная башня, парни. Ну, через 5 часов наберете, ебать. Да, у тебя телефоном умеешь пользоваться своим? Да что с телефоном, что не так? Я тебе звонил, ты, блядь, трубка нахуй. Че, тут выходим, Витян, сзади как-то. Ты мне звонил? Да. Мы на стриме твой номер спалили, и ВК, и Дим. А. Никто не знал, блядь. Никто не знал о Dream Team. А чё, мы куда едем? Я на взлетной площадке. А где она? Да направо, 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 направо. Просто направо поворачивай и поехали. Думаешь? Думаю, можно. Ёбаный, блядь. Блядь, там Рожковский охуевает. У нас дверь открыта, он тебя вылетит. Блядь, блядь! Сука, только не перебери. Бля, мы не проедем, этот мусоровоз ебучий. Не, все-таки, по-моему, мне стоило на дорогу выехать, да? Поставь координаты, Витя, ради Христа. Направо, направо. Там живете, нет? Вас дефаю. Да мы живем, блядь. Вот это нормально, дефал, то что никого вообще рядом нету. Всех я заебашу, всех подряд. А Фритумба, нахуй, мы выезжаем, нахуй, братик. Фритумба, ты что? Я еще не сел. Мотор завел, крылья помыл, блядь. Мы подходим. Я подкуриваю себя, это нахуй, мне похуй. Шасси, Витян, я вперед сажусь, ты с Рожков с ним сзади. Быстро, 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 быстро. Витян, Витян, ну садись, блядь, не... Блядь, Рожковский! Да похуй, похуй. Похуй! 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 Нечего терять. Точно похуй! Я по пути его скину. А музычку включите нормально? Музычку? Блядь, я нахуй это, слышишь, взлетаю. Сейчас включу, погоди, взлечу. Лос-Анджелес, включи, там нормально нигеры ебашут. Вот, блядь, ты чё вырубил нахуй? Ох ты ж, блядь. Алё, давай без пизди, пожалуйста. Просто лети по-человечески. Спасибо. Тебя страшно или что? Бля, вот так мы были очень далеко. Сейчас Рожковский выпадет нахуй. Он по фану уже, блядь. Ну алё, ну сейчас он реально выпадет, братан! У него нога торчит из окна, блядь, ты что делаешь? Пожалуйста, не. Да алё, долбоёб, ну хватит, ну серьёзно, Фрид. Вот твоя петля, братан. Ты ДЦП? Или что-то? А это Горилла сыграет или что? Я, блядь, просто проебал. Не, ну серьезно, Фрид, он сейчас реально выпадет, успокойся. Это надо ровно лететь, ну пожалуйста. Там пишут реально в чате, что надо лететь ровно. Нам от полиции еще надо будет. Аааа, блядь. Я серьезно, нахуй, а Фритумба, нахуй. Я всю твою кашу скушаю нахуй дома, ты понял меня нахуй? Всю гречку скушаю твою. Шики, шики. Да бля, Фрид пизданец будет. А Фрид пизданец будет трофл. Я уклоняюсь от вертушки. На карту смотри. Я сейчас выйду реально. Бля, надеюсь? Ой, блядь! Ой, блядь! Он сидит! Рожковский! Пирожковский! Пирожок! Он сидит!
КГ, блядь, пизду, он не летит с нами. А чё, мы играем? А? Да. На берег, да, или куда? Я, кстати, не знаю, как он первый раз умер, он вообще не должен из него выходить, он должен лететь на нем дальше. Он должен лететь дальше, да. Как он умер? А куда мы должны идти, парни? На берег, да? Да. Я ебанулся, а айсберг нахуй, аккуратнее. Только, блядь, не подходите, я винтом вас зарежу нечаянно. Тихо. Все, я в воде, нахуй, мне похуй. Я стою, жду, пока это сядет нормально, по-человечески. Блядь, я разбиваюсь. А, сейчас миссия невыполнима номер 3. А теперь Витумба, давай нахуй, братик. Ёбаный в рот, нахуй. Пожалуйста, по-человечески. Давай, мастер-класс. Я под вертушку захожу. Ёбаный в рот! Ну, поёб, не буду! Тихо. Пошла. Хорошо, нахуй. Ой, блядь. Неужели? А что ты надо сделать? Парни, на жёлтенький. Намочу, все выбежали. Наруто бежит, Наруто. У меня ракушки, захвати кудес. На память. Ты выйдешь, нет, из вертолета? Или, мой вертолет? Засадите вертолёт. Сейчас парни, сел с ветерком, блядь. Поехали, нахуй! Я ножки вытянул, полетели. Ёбаный брат, блядь. Что за хуйня? Не стреляйте, блядь. Алё, хватит. Ёбаный. Алё, хватит. Это Афричача, блядь, выёбывается. Афричача. Сука. Нажмите на тебя. F чё? Ага, не нажимайте F, не слушайте. Я сейчас реально нажму, блядь, чё не нажал, бро. Нажмёт F, тот нахуй умрёт в реале просто. Ну только не стреляйте, сейчас реально копы приебутся. Ебать, у меня чё сердце. У меня чё сердце не остановилось, потому что это фейл, нахуй. Разбейтесь, плиз. Ёбаный рот. А, ну тут Африт, понятно, вот это классика, блядь. Ёбаный рот. Я такие петли делал. А ребята, мне разрешение экрана мешает увидеть, короче, ну поняли, Африта. Охуеть. Я 2 часа летал на этой хуйне. А ведь могли 2 часа назад пройти. Бля, самое кайфовое. У нас самое пиздатое было, мы пиздились. Мне кажется, мы проходим просто по эпическому, ну не знаю, мне нравится. Африт это время просто летал.